Всем привет, народ, с вами Варчик. Ну и поскольку я человек, я иногда что-то могу упустить, либо ошибаться могу, поэтому кто, как не я сам, должен свои же ошибки или недочеты исправлять. Может быть, вы такой же внимательный, как и я, и пропустили мимо глаз, что вам надавали кучу чертежей. За набивание уровней новогодней атмосферы и, в принципе, еще где угодно, очень часто можно было получать чертежи, особенно сейчас в новогодние картофельные праздники. И этих чертежей у меня там насобиралось очень много. Я даже не обращал на это внимания, что их настолько много, что можно выкачать целую ветку. Поэтому, если вы такой же внимательный, как и я вам напоминаю, что в игре есть чертежи. Да, их в этот Новый год надавали очень много. Да, это якобы хорошо. Многие ждали скидку. Объясняю еще раз, некоторые в комментариях пишут: ну вот, что тебе не скидка, чертежи. Чертежи — это скидка на опыт, а в прошлые года была скидка на покупку, на серебро. Ну да ладно. Видно, что в последнее время картоха по серебру жадничает везде, и все цены, которые только можно поставить в игре, она ставит за серебро, чтобы это серебро как можно больше вымыть из игроков, тем самым предлагая им режимы, где это серебро набивать. Но это все понятно, иначе в эти режимы нафиг будет ходить вообще. Так вот, суть этого видео такова. Поскольку я сказал, что в этом году практически ничего хорошего такого не было, я просто упустил из виду, что у меня и у вас тоже должно быть очень много этих всех чертежей. Некоторые из вас внимательные, повнимательнее, чем я, и заметили это, и в комментариях писали. Я же максимально внимательный и заметил это только сейчас, что у меня там по 80 национальных и сотнями межнациональных этих бумажечек чертежных. Так вот. Прокачал я ветку себе Мауса, прокачал я себе ветку Е3 и еще сверху немножко там подкачал какую-то ветку китайских помоек. Ну и в принципе межнациональные бумажечки закончились, все, приехали. Но парочку веток, которые я никогда в жизни не решался прокачать, я прокачал до конца. Также еще ветку британских ЛТшек прокачал, хоть и потратил на это немного голды. Все те ветки, которых мне не хватало. Британские ЛТшки мне просто раздражают низкоуровневые со своими корявыми пушками, поэтому я их докачал чертежами. Ветку Мауса мне было лень на этих медленных парашах играть, поэтому я ее докачал чертежами. Е3 я хотел получить, но не хотел играть на Т28 и на Т95, поэтому все то, что я не хотел, бумажечками перекрыл, все. Осталась еще одна проблема, я не хочу покупать десятки. Витя, давай на следующий год мне десяточек подгони, а то я их так за год и не куплю. Потому что тратить столько серебра на десятки, на которых я не буду играть, сомнительная затея, так что давай сам как-нибудь, мне впадлу. Такой вот небольшой видосик, что что-то хорошее да в этом году да произошло. Также еще, может быть, никто не заметил, но в последнем патче вышло исправление прицела. И теперь прицел не перекашивает по рельефу. По крайней мере, я этого ни разу не замечал. Где-то там они маленькую строчечку нацарапали, что прицельчик исправили. Это, конечно, хорошо, но в других местах все равно прицелу плохо. На стенах домов там бывает его как выкосит, просто жесть. Также вхождение-выхождение из прицела тоже иногда твою камеру посылает в ад. Поэтому это небольшое исправление, конечно, хорошо, но работы еще много. Такой вот видосик-напоминалочка. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока. Чтоб у меня потом не спрашивали: а когда ты выкачал эти танки?